Internet Explorer, Google, Яндекс. Раньше эти слова мало что говорили тем, кто не привык пользоваться интернетом каждый день. Теперь для пожилых людей открываются новые возможности. Сегодня в Волгоградском институте бизнеса активисты «Молодой гвардии» научили пенсионеров работать с интернет-поисковиками. Сегодня у нас такая очень добрая акция, сегодня день пожилого человека, и вот мы решили как бы расширить немножко наши вот эти вот постоянное проведение обучения пожилых людей интернетом, именно вот в большом количестве, в таком 30 человек. Но это стало возможно, понятно, благодаря администрации Волгоградского института бизнеса в первую очередь, да, потому что предоставили нам две аудитории, и опять же мы можем как бы охватить намного больше людей. У нас эти акции проводятся ежемесячно, но количество обучаемых людей – это 10-15 человек максимум. Вот сегодня как раз-таки так вот массово все у нас. Для нас самих это первый опыт, так мы собираем такое большое количество людей. И думаю, что в будущем мы можем достигнуть там порядка 50-60 человек. Главное, опять же, чтобы у нас были помещения, где можем их учить. Думаю, если также с вузами сотрудничать, все у нас получится. Сегодня учат основам пользования сети интернет. Это как правильно вбивать в поисковиках нужную информацию. И в конце сегодняшнего дня, там, в завершении там, последние полчаса, наверное, будет обучение регистрации в социальных сетях. В течение 2 часа в 2 аудиториях пожилые волгоградцы, желая быть в курсе мировых событий, постигали новую для себя науку. Для кого-то это занятие стало первым даже в плане работы с компьютером, а кто-то уже прокладывал по карте маршруты для новых знакомств. Как вышли на пенсию? Оказались на обочине немножко дороги. Все люди, как говорится, в общении, а мы немножко на обочине. Поэтому, конечно, нам тоже хотелось участвовать где-то, узнавать новое. И быть, как сказать, на пульсе тоже всех событий, все. Где это можно? Сейчас интернет. Без него уже, по-моему, нет жизни. А так как мы заканчивали свою работу, когда еще на работе у нас не было компьютеров, то есть с интернетом мы знакомы не были. Вот. И спасибо нашему клубу, вот, дали нам возможность курсы закончить. И теперь мы можем также и общаться по скайпу, и врача на дом, и все новости, и куда-то. Вот сейчас мы как раз смотрим, мы собираемся ехать в Серафимовичи, маршрут по карте проложили, посмотрели, сколько ехать, через какие населенные пункты. И вообще, мы как бы стали вместе со всеми.